Наконец-то я тебя нашел. Здравствуй, дедушка. Здравствуй. Ой, дедушка, что с тобой? А что? Ты на себя не похож. Ну, конечно, я как услышал, что ты в лесу одна, с посохом волшебным, меня чуть кондрашка не хватило. Вот ты и изменился в лице. Да и голос. Ну, голос, это у меня бронхит. Ну и вообще, нельзя меня в такие годы, понимаешь, так волновать. Пойдем лучше. Нас заждались уже, пошли. А посох? Посох. А посох, ну что посох? Посох. Он тяжелый. Еще потеряем где-нибудь. Не надо, я потом тебе принесу. Пошли, детишки заждались, пойдем. Как ты меня ведешь? Как куда, я же говорю. На эту, на праздничную поляну. Ну где же она? Ну, мороз и солнце, так сказать, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись и на полянке, так сказать, покажись. О! Ой, помиг, а? Но мне вижу бабушку, внученька. Дедушка, зачем мне посох отдал? Зачем посох отдал? Как же зачем? Послушай, мы же для нее, красавицы, старались. Это же, понимаешь, она же самая главная на этом празднике. Понимаешь? Да помолчи ты, леший. Дедушка Мороз. Да, дедушка Мороз. Леший. Понятно. Повика, береги посох. Подожди. Нам уже с тобой потолковать. Да, с тобой потолковать надо. Очень даже есть. Есть о чем, есть как. О празднике. Да, да, о празднике, например. О каком празднике? О новогоднем, милая. Да, о новогоднем. Ты же на него так спешила. Ты спешила? Вот и готовься. Вот и готовься. Скоро к нам детишки придут. Детишки, а многих будет? Кого? Детишек. Никто к вам не придет. Как никто не придет? Прибегут как миленькие. Прибегут, ну как миленькие. Ну-ка, леший, пойди-ка посмотри, не идут ли ребятишки. Сейчас пойду посмотрю, не идут ли ребятишки. Не придут, я сюда не приду. Значит так, миленькая, а праздник мой у меня будет, посох твой у меня, и праздник тоже будет у меня. Только не такой, как у твоего деда, а такой. Где гости пакости друг друга больше сделают, тем веселее. Кому веселее? Да мне веселее, золотце, мне. А вот держи веревочку. Зачем? А если будем с тобой играть, вот ты держи, а я вокруг тебя побегаю. Вот мне уже весело, потому что я бегаю вокруг тебя, а ты стоишь у меня и стой. Что ты делаешь? Ничего особенного. Вот завяжу тебя сейчас, милую, посажу на полянке, и растаешь ты, моя золотая. Разведу с костерок, и растаешь ты, дорогая моя, без срока. This is absolutely outrageous. I'm not going to tolerate this kind of behavior. I need to interfere. Бедная! И вообще, я дал. Don't worry, меня Дед Мороз спасет. А вот это, моя миленькая, мы еще надо, бабушка, надвое сказала. Твой вот зайца я в такую чащу завела. Никакой дед ему теперь не поможет. Так что, моя золотая, забегаю за спичками и хворостом. И гори-гори, моя звезда. Дедушка Мороз, помоги. А тебе, говорливая моя, некоторое время-то помолчать придется, а то простудишься или чего лешнего лешему скажешь. Да нет там никого, действительно. О, а что это ты, Снегурка-то, да, зачем ты так вот? А это гринь-гринь. Да какой гринь? А вот детишки придут, да, и освободят твой, так сказать, внученьку. Праздник и начнется. Не скучай, милая. Хорошо, это она придумала. Хорошо придумала, молодец. Ты, главное, не волнуйся. Это все интриги. Детишки придут, мне все будет хорошо. Ох, молодец, папа, придумала. Ведьма старая, что творит? А что такое? Не волнуйся, Снегурочка. Сейчас я тебя развяжу и бежи. Ни в коем случае не трогай, не трогай. Это интрига такая. Это такая интрига. Детишки заждались. Да. Дед Мороз снова сбился. Ну ты что? И что он делает, Дед Мороз?
Я же Дед Мороз, посмотри на меня, это же я Дед Мороз. Никакой ты не Дед Мороз. Как это никакой? Настоящий Дед Мороз. Вот, смотри. Празднику готовится. Вот. Приглашение рассылает, детишек встречает. Приглашение рассылает? А что-то я не помню за 300 лет ни одного приглашения мне. Вот так всегда. Кому-то приглашение, а кому-то ничего. И найдет отдел у нас. А знаешь ли ты, кто тебя сейчас на праздник пригласил? Вот меня пригласили, да, между прочим. Ваш Дед Мороз не приглашал. А меня пригласили на праздник. И не только пригласили, еще и Дедом Морозом назначили. Назначили. А кто назначил? Я тебе скажу, кто назначил. Такая красивая была. Восточная женщина. А, ну да. А сама-то величава выступает, словно пава. Да, да, ты подслушала. Ты подслушала. Как же тут не услышишь, когда ты на весь лес бабе-яге в любви признавался? Как? Почему бабе-яге? А с чего ты решил, что это баба-яга, а не просто, так сказать, бабушка? А? Как же мне не знать, когда я уже у нее 5 лет служу и за всем слежу. Да что ж такое-то получается? Леший, да. Милый, прости, это я виновата. Не успела тебя приглашение вручить, у баба-яга меня переделала. Да, так я вам и поверил. То никогда не приглашали, а то вдруг пригласили. Сейчас. А? Правда, правда. Ищи дураков. Оно меня с собой. Кошечка, милая, достань мне приглашение. И вручи Лешему. Да, вот именно, вручи. Прошу. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Дорогой Леший, приглашаем тебя на новогодний праздник. Дед Мороз. Слушай, приглашение-то настоящее. Ой, прости меня, Снегурочка. Прости меня, кошечка. Что ты делал ведь такое, понимаешь? Это баба-яга. Она воспользовалась тем, что я такой одинокий и такой несчастный. И она меня обманула. Ну все, я ей устрою. Я ей такое устрою. Я ей не знаю, что я здесь сделаю сейчас. Эту бабу-ягу чертову. Так, что будем делать? Что делать? Что делать, что так, делать? Что делать? Снегурочку выручать нужно, а вот не получается. Что же делать? Баба-яга скоро вернется, растопить меня хочет. Listen, I don't want to cause any international problems over here, but I think it's time for you to step in. Could you maybe, possibly, I think it's time for us to call on Grandpa Frost. Ребятки, а давайте мы все дружно вместе позовем Дедушку Мороза. 3, 4. Дедушка Мороз! А ну-ка еще раз, дружнее. Дедушка Мороз! Нет, еще раз давайте. Дедушка Мороз! К елке каждый год друг друга за руки возьмем и встанем в хоровод. Очень хорошо, дед, очень хорошо. Ты считай, что не прошел, так сказать, один сейчас. Но дело в том, что у нас тут проблемы, понимаешь? Что тут у вас? У нас проблемы, да, вот скажи. Что такое? Скажи, скажи ему. Да, у нас тут проблемы. А ты что? Да, 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 вот так вот. А ты куда смотрела? Дедушка Мороз, разреши мне скорее. Ой, бедная моя внученька, сейчас я тебе помогу, сейчас. Подожди-ка, дедушка, не трогай ее. А чего ждать-то? Я, кажется... Ничего, а кого? Я, кажется, поняла. Бабу-ягу. Зачем? Если мы ее сейчас развяжем, яга обо всем догадается и убежит. Поэтому... Нужно на нее засаду устроить. Тогда прячемся. Тогда прячемся. 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 Вы прячемся. А я здесь. А я здесь побуду. Я сейчас. Прячемся. Я сейчас и поговорю подальше, по-свойски. Ну как, не соскучилась? А я тебе подарочек новогодний принесла.
мне не терпится косточки у костра погреть. А ты че разделся, дурик? Че разделся? Сейчас узнаешь, бабушка! О! Дед, ты откуда здесь? Ляший, что, измена? Да. Не поколение? Я отчаянная, я-то тебе не отвечаю. Не подходи, а то я вас всех сейчас... Видишь, воздух волшебный у меня. А я вас сейчас без него превращу. Не получится. Посох-то творит только добрые дела. Правда? Правда. Только добрые. Ха, ясно. Посох-то творит только добрые дела. Эй, а мы сейчас проверим. А ну-ка, посох, дорогой. Вот. Освободи Снегурочку. А, работает, дед, работает, как часы держи. Это я тебя сейчас в эскимо превращу. Дедушка, можно не свой порт не брать? Не наказываю, а? Я больше не буду. Слушай, Сеня, а ты не можешь ее так преобразовать? Вот так, вот, чтобы она такая была, как со мной первый раз. Такая добрая, такая восточная женщина. Хочешь пойти? Ладно, ступай. Да, вот смотри у меня. Постой, Васик. Стой, Станаза, где наш зайчик находится. Пускай разложит его поскорее. Верно, внученька. Ты слышала? Услышала. Одна нога, моя костяная нога здесь, а другая там. Ага, вот так вот, правильно. Так ну так. Вот, все и закончилось хорошо. Ah, well, the story has come to an end. Yeah. And as I said before, the good triumphs over the evil. Yeah. Подождите. Дед Мороз, Снегурочка, люди добрые, не сердитесь. Со мной такое было. Это баба Яга. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Но это уже все позади. Хорошо. А впереди у нас веселый праздник. Смотрите, детишки нас уже заждались. Да. Не пора ли их поздравить? А про меня-то забыли. Ой, давай, красавица, иди скорее ко мне, иди сюда, молодой. С Новым годом! Поздравляем всех детей! С Новым годом! С Новым годом! Поздравляем всех гостей! Сколько лиц кругом знакомых! Сколько здесь друзей моих! Хорошо мне здесь! Как дома среди елочек седых! Был у вас я год назад! Снова видеть всех я рад! Надо за руки нам взяться, крикнуть «Елочка, гори!» И на елке загорятся разноцветные огни. А ну, ребятки, давайте все вместе дружно скажем. Раз, два, три, елочка, гори! Громче! Еще раз! Раз, два, три, елочка, гори! Yeah.